crazy what I'm about to say. To są kosteczki. Ребята, началась весна, так все красиво уже стало, солнышко светит. Сегодня хорошая погода как раз. Вот я вышла, иду на остановку. Вот так вот я иду в маске, в масочный режим, потому что вот так вот я одета, джинсы без колготок, потому что уже тепло. Ну, курточку одела, под низом у меня только водолазка. И все, потому что уже намного теплее на улице, чем было. Я надеюсь, меня сейчас хорошо слышно и видно. Вот так вот я выгляжу сегодня. И, как вы поняли по названию видео, сегодня я вообще снимаю видео о том, как я иду в школу спустя реально 7 месяцев. Вот так вот я выгляжу, и сейчас подходим на остановку, вот, и потом я вам все поближе расскажу. Вот так вот, ребята, спустя 7 месяцев я стою на остановке, но все-таки мы не выходим все равно в школу, так как все равно коронавирус много заболеваемых, но все же я иду. Будем ходить, мы 2 дня в школу, 1 день дистанционно, посмотрим, что наконец-то я могу поехать на автобусе и поехать в школу, потому что все равно хочется прийти в стену школы, посмотреть все, как там, вот, что там изменилось. Вот так вот, и поэтому, я думаю, будет интересно. Я перешла в польский класс достаточно уже где-то 3-4 месяца назад. Я уже подхожу к школе. Взяла с собой рюкзачок. Хотела вам показать, что я взяла туда, но не успела. Я сложила сок. Сложила банан и маффин. Потому что мы идем туда на 3 часа, на 11:00 до 2 часов дня. И поэтому надо что-то кушать. Вот так вот. Сейчас вам покажу школу. Вот так вот школа состоит из 3 корпусов. Вот так вот, ребята, школа состоит из 3 корпусов. Я вам немножко показала ее, когда выйду еще, может быть, еще покажу. Газон, трава. Я, может быть, похожу, поснимаю еще, просто немножко так неудобно снимать все, но все же я постараюсь для вас поснимать. Ребята, я уже дома, и я вам сейчас все расскажу, как все происходило в школе. Пришла я на 11 утра, до 2 часов дня это все происходило. На 11 утра мы пришли в класс информатики, где-то было 10-12 дней, и поэтому мы пришли в класс информатики, мы подключились, зашли на аккаунт в Teams со своим логином, паролем. Teams — это программа, по которой в Польше работают дистанционно, когда мы не ходим в школу, ну а мы в школу не ходим. Пришли мы в класс информатики, зарегистрировались своим логином, паролем в Teams. И потом подключились на собрание. Учительница была уже готова, конечно, подключила камеру на себя с компьютером, была с нами в одном классе, сзади стоял классный фон. Жалко, что я не могла для вас это все поснимать, так как телефоны запрещены в школе. Вот, по крайней мере, я это не снимала, но когда мы ходили в школу, телефоны были запрещены, и поэтому я это все не могла снимать. Но не буду расстраиваться. То есть наша учительница нас снимала всегда. Если видео выйдет на YouTube, а оно выйдет, то я, конечно, вам скину ссылочку, поприсылаю фоточки и вам все покажу. Наши фотки будут висеть также в школе, вот, поэтому очень интересно. Проект называется Erasmus плюс арт. У нас это плюс арт, у кого-то плюс химия, у кого-то плюс физика. И также проект называется Erasmus. Это такой проект, там, где именно в нашей школе он участвует, проект этот. Дальше могут пойти на него, учить английский дополнительно, потому что на этом проекте мы каллиграфически пишем, мы английский, то есть мы общались с учителями и участниками, с учителями и учи,
с учителями и с учениками из разных стран. Болгария, Македония, все делали. Переставились. Сначала было очень страшно, но все-таки я справилась, и мне понравилось. Вот такой вот был день. Потом мы сразу после информатики, когда мы со всеми пообщались, познакомились из разных стран с учениками и с учителями, мы пошли уже рисовать. Была маленькая перемена 15. Нам выдали такой вот штучку. Я не знаю, как это сказать на русском языке. Я думаю, кто разбирается, кто таким занимается, искусство. Это специальная такая штучка. Нам выдали ее, и сюда макаешь чернила профессионально. И это очень тяжело, как оказывается, потому что это каллиграфия у нас была. И у меня совсем немножко получилось, но все же я старалась, чтобы все получалось, но не очень получилось, но все-таки я рада. Опыт очень интересный. Это первый влог с Erasmus в польской школе. Вот, и мне очень понравилось. Завтра ждите второй влог, так как это первый влог, а завтра второй будет. Он, конечно, будет уже не со школы, а дистанционно, так как завтра у нас именно по расписанию мы выходим из дома, тоже читаем презентации, также другое расписание. Сегодня расписание одно, завтра другое, и в пятницу третье, и все. Этот проект у нас заканчивается, вот. Но Erasmus Plus, конечно, не заканчивается. Я на него хожу, и мне очень нравится. Из нашего класса ходит примерно где-то ты. Спасибо за просмотр этого видео, ставьте лайк, подписывайтесь на меня и ждите завтрашнего второго влога. Всем пока, спасибо за просмотр. Нам выдали фломастеры, специальные чернила, чем писать нам. И вот, что у меня получилось. Не очень красиво, конечно, но я старалась, ведь им тяжело рисовать. Второе, это типа календарик, тут я не очень ровно расчертила, так как был конец урока уже. Вот так вот. И также мне вот это очень нравится, каллиграфи past and present. Так вот, это картон, это тоже. И все очень понравилось, было очень интересно, и завтра будет еще интереснее. Завтра мы будем читать презентацию, в пятницу тоже в школу идти, и всегда разные расписания, что мне очень нравится. Поэтому, ребята, вот такие вот рисуночки получились. Вот такое вот, ребята, расписание было у меня на сегодня, на 21 апреля, в среду. Вот, сначала мы познакомились. Потом мы просмотрели видео про наши хобби. У меня это была лепка, я скинула фоточки. Вот, потом у нас была маленькая перемена. Потом мы уже занимались каллиграфией. И все, и потом мы забрали домой наши каллиграфические рисунки, письма. И вот так вот сегодня прошел день в школе.